Юная спортсменка из Иркутской области, единственная в первые часы состязаний, кто переволновался. Стальные тяжелоатлеты сосредоточенно выходят к штанге и собирают все силы на рывок. На турнир на призы мастера спорта СССР Михаила Шуваева в Барнаул приехало почти 300 спортсменов из 12 регионов России. Мы много думали над тем, как, скажем так, в каком формате его назвать, как это, всякие разные были варианты. И все-таки мы остановились на том, что все-таки это железо. Вот. А так как это дети, это, наверное, как бы до них пока это как игра. Но мы надеемся, что эта игра потом перерастет в более такие серьезные занятия и, соответственно, в более профессиональные занятия тяжелоатлетик. И, возможно, те дети, которые сегодня здесь выступают, это наши будущие звезды Сибири, да, сибирского региона, которые потом в будущем станут чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Поднимают штангу юноши и девушки от 10 до 15 лет. Весовые категории от 29 килограммов до больше сотни. Константин Быстров считается одним из самых перспективных тяжелоатлетов Алтайского края. Ему уже 15. До этого пробовал себя в боксе, а потом решил сменить направление. Как ты попал в тяжелую атлетику и почему начал заниматься этим видом спорта? Меня мама привела. Такой организации детского турнира по-доброму завидуют даже опытные спортсмены и признают большое значение этих соревнований. Скажем так, некая ступень между вот, скажем так, региональными соревнованиями и именно первенством России, чтобы дети понимали уровень, были готовы к этому морально, психологически, не боялись выступать на подобных соревнованиях. Посмотреть на будущих звезд тяжелой атлетики можно всем желающим. Турнир будет длиться еще 2 дня в спортивном зале училища Олимпийского резерва. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.